Все, всем привет! И мы с вами приехали у нас на стройку, которую сильно рекламируют на всех каналах. Такой идет жесткая такая реклама идет, да, в интернете, везде спамят этим. Итак, мы с вами в многоквартирном жилом доме. Это Посейдон. Очень близко от моря. Такой, скажем, жесткий здесь муравейничек есть, да, жесткий муравейник. Ну что я могу сказать? При всех тех так объективных причинах, которые мне не нравятся. Этот ЖК, да, что будет дефицит с, так скажем, парковочными местами, что будет, скорее всего, здесь, не совсем комфортно отдыхать, здесь рядом железная дорога проходит, все. Но при этом он близко от моря, поэтому он будет пользоваться спросом. Цена на него не такая дешевая, как хотелось бы, да. Цена квартиры начинается от 2,5 миллионов рублей, поэтому, как бы, тот период, когда можно было взять подешевле, он уже прошел. Но стройка, посмотрите, сколько много народу, да. Мы сейчас были с вами на ЖК «Шоколад», и вот сейчас, да, небо, короче, разница, конечно, небо и земля. Сейчас мы немножко заглянем сюда, вовнутрь. Вот, смотрите, он растет, довольно-таки неплохо, довольно-таки классно. Я могу сказать, он будет сдан вовремя. Единственное, что, как вы заметили, отсутствие придомовой территории, это, конечно, как бы для отдыха не совсем то. Приехать, например, с Москвы, из каменных джунглей в каменные джунгли, это, конечно, жесть. По мне, конечно, лучше взять за эти же деньги что-нибудь более-менее получше, поинтереснее, да, из строек. А здесь, получается, вроде на берегу моря, ну и без, так скажем, данной инфраструктуры. Но в любом случае, если вам этот объект интересен, я с большим удовольствием готов вам его продать. Строечка идет по федеральному закону, и я думаю, он, конечно же, само собой построится. Сейчас, где-то через месяц, у нас уже запустят на пробный первый этаж, второй, да, и посмотрим с вами планировки. Но планировки здесь в основном идут одни студии, чтобы сразу было такое понимание. В общем, район Мамайка, у нас ЖК идет Посейдон, многоквартирный дом. Такой жесткий, классный муравейник. Все, всем пока, с вами был Максим, компания «Элитный Сочи». И, кстати, забыл сказать, эта строечка у нас идет по федеральному закону 214.